Инфекционный госпиталь в Сибае планирует возвести за 2 месяца. Площадку, определенную под строительство, сегодня осмотрел премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров. Он подчеркнул, что Сибай был выбран под размещение ковид-госпиталя не случайно. В Заурале нет подобных медицинских учреждений, и от этого страдают местные жители. Выбранная площадка готова для строительства госпиталя в максимально сжатые сроки. Все инженерные сети находятся в непосредственной близости. Это вода, электричество, газ, ливневая канализация. Также учтена логистическая доступность как для сибайцев, так и для пациентов, которые смогут приезжать из других районов Зауралья. Здесь, в общем-то, все эти вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией, а в последующем и с другими инфекциями, будут решены. Этот инфекционный госпиталь будет оборудован по последнему слову техники. Соответственно, все там будет необходимое для качественного медицинского обслуживания. Для решения кадровых вопросов планируется модернизация и увеличение количества обучающихся медицинского колледжа Сибая. Андрей Назаров также подчеркнул, что по аналогии с предыдущими госпиталями будет построено общежитие, что позволит приезжать и работать иногородним специалистам. Госпиталь будет в форме цветка Курая, как в селе Зубово Уфимского района, и Стерлитамаке. В нем расположатся 4 инфекционных отделения, реанимация, интенсивная терапия, приемный покой, экспресс-лаборатория. Кроме того, госпиталь будет оснащен станцией медицинских газов.